Всем привет! Мы приехали в Сеул. Здесь такая красивая, прям как в метро заходить. Инсталляция классная. Прям на входе в метро. Мы приехали в Диснейленд. Я здесь тоже в первый раз приехала сестру прогулять. Вообще прикольно. Это сейчас скрытое помещение. Здесь тепло. Мы сейчас пойдем где-то аттракционы наверх. В общем, нашли карту. Здесь пронумерованы вот 1, 2, 3 аттракционы. Всего здесь 38 штук и 23 кофейни, ну, всякие еда, да, закуски, кофе. Мы можем, конечно, попробовать обойти все эти аттракционы, но сегодня, мне кажется, мы будем ну, попробуем сейчас с одного начать. Мы сейчас попробуем здесь, нам надо выйти вот сюда, чтобы начать переводить. Очень красивый крытый парк. Очереди тут вообще бешеные. Там, по-моему, люди на шарике катаются. Да, там люди. Хот-дог поесть и вот эту вот палку, не знаю, что это, сладкая какая-то вафля. Хот-доги мы все сточили, сейчас буду вот эту палку пробовать. Мы уже практически 30 минут простояли в очереди, мы уже близко. Хорошо, что мы не просто так прошли, потому что мы сейчас шли минут 30 по туннелю в очереди. Думали, сейчас нам туннель один покажет, и мы пойдем обратно домой. А здесь, короче, в лодке сажают. Веселье. Это место, где мы были, интересненько, там были даже моменты страшные два раза. Эта горка в темноте прям с спуска съезжала. Вот. Ну а так там просто для интереса. Чисто покататься, посмотреть. Сейчас мы пойдем на аттракционы.
Мы сейчас пойдем вот сюда. Жесть, как стрёмно. Мы уже проехались на горке, было страшно, но в моменте, потом, когда мы вышли, как-то это забылось, и не так страшно. Вот, сейчас стоим опять в очереди, в огромнейшей просто очереди, я вам покажу, блин, пацан. Мы уже ровно сейчас стоим вот на вот эту вот горку. Очередь находится вон там, еще там за зданием. Там очень длинная очередь здания. И мы еще не отстояли до конца, там нам еще минут, наверное, 20 стоять. Тут пока в очереди стоишь, можно себе кукурузку купить. Здесь мы не зря тоже стоим на эту горку. Просто мы 1:20 стояли вот в очереди, мы только сейчас заходим на эти аттракционы. Надеюсь, это стоило того. Просто мы замерзли, капец как. Мы вышли с горки, было очень страшно и весело, но очень мало. Там секунд 30, наверное, 40 секунд даже. Вообще, да, очень мало. Ну, блядь, полтора часа стоять, это того не стоило. Мы все замерзли, ноги, руки, все. Чтобы 30 секунд покататься на горке. То есть мы где-то к 12, наверное, приехали. Сейчас время уже 4 практически. И мы покатались только на 3 аттракционах. На 3. Из-за вот этих вот очередей. 4 часа, за 4 часа 3 аттракциона. А людей тем временем внутри помещений стало еще больше. Сейчас попробуем отстоять комнату страха очереди. Здесь все аттракционы, вообще, в принципе, я думала, они уже за вход мы заплатили и все, и хватит. А здесь, оказывается, за эту комнату страха она еще типа доплата. Ты платишь 5 000 за одного человека, тут 10 000 за двух человек. Все по условию, что мы сюда билеты все за вход заплатили. 52 000 за одного человека. Нам уже пора бежать. Значит, за 4 часа мы успели посетить 2 аттракциона. 2 аттракциона, да. И 1 комнату страха. И все. Из этих очередей, вообще, мне кажется, даже целого дня не хватит, чтобы обойти все вообще карусели.